И всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush, ребята, сегодня со мной, мистер Ерок Сенко. Здравствуйте. Вот он, ребята, сегодня мы с Ероксом друг против друга впервые. Вы, во-первых, очень давно просили дуэль против Ерокса, вот мы никогда с тобой, по-моему, Ерлан, такое не снимали, да? Мы никогда с тобой не играли на ролик дуэль. Вот, короче, хотя, ну, по факту, типа, ну, должна была быть уже давно, наверное, выйти наша с тобой дуэль, это раз. Короче, ребята, но сегодня необычная дуэль. Не на эмуляторах, мы с Ерланом эмуляторщики. Сегодня мы будем играть, ребята, на телефонах. Standoff 2, мы вообще нубы голимые на телефонах. Поэтому мы проверим, кто же сегодня лучше отыграет. Всем, ребята, приятного аппетита, приятного просмотра. Мы погнали к ролику. Ерлан! Так, ну что, я, в принципе, готов попочку тебе наебать. Мы запустили себя в командный бой, чтобы побольше, вот именно на количество фрагов, кто больше... Залетная. Наверное, больше там рандом, ребята, решит именно в там закладке бомбы или так далее, потому что на телефонах, ну, мы вообще играть не умеем, ребята. Есть, один. А чё? Я не могу подбирать твой калаш, к примеру, даже. Так, ладно, смотри, Ерлан, давай мы определимся сразу, на что мы, братик, с тобой будем играть. Алина, подожди. А ты в прицеле стреляешь? Нет, это было без прицела, это был no scope. А зачем ты М16 брать? Вот это было в прицеле, братик. Так, ладно, на что играем? На что играем, Ерлан? На два фуриус кейса. Два фури... Не-не-не-не-не. Ладно, брат. Два ривал кейса. Убедил, брат. Не-не-не-не-не, брат. Я предлагаю сыграть на нож. Хочу сыграть на нож. Давай на керамбит. Вот керамбиты скоро удаляют, короче, из стендов. На удаленный нож? Блин, почему я шел вправо? Я думал, что я в дверь зайду. И не зашел. Слушай, я вообще не понимаю, как пацаны в 4 пальца играют на телефонах. Это же капец жестко, маленький экранчик. Но на айпаде я еще вот могу там чуть-чуть поиграть, нет, да? Знаешь, я играл на обычном айфоне 11, там, где экран слегка побольше. Там получше играется. А тут, когда экранчик реально прям очень маленький. Ну вот у меня обычный iPhone 11. Да, у тебя на 2 дюйма. Ой, да, сейчас будешь ссылаться, что сейчас будешь ссылаться на то, что проиграл из-за 2 дюймов. Не-не-не-не-не. Отлично, залетает, залетает. Дело, нет, ты не подумай, брат, что я такое говорю, ты чё? Да я шучу, Ерлан, ты шо, это же шутки, брат. Я имею в виду, что типа вот у моего брата просто 11. А ну-ка, попробуй вот так вот. Короче, мы на нож играем, да, брат? Мы играем на твой нож, да. На твой нож. Ой, стекла забрал! Стекла забрал! Ему, как они играют вообще, пацаны? Вот просто, знаешь, типа так непривычно, капец. Я такой нуб галимый. Но знаешь, было бы приятно, наверное, вот мне очень приятно стало играть в последнее время на айпаде. Было бы приятно научиться играть на телефоне. Пацаны, кто из вас играет на телефонах, напишите в комментариях об этом. Мне было бы реально интересно почитать. Во сколько пальцев вы играете, например? Так, все играют с телефона, брат. Да не, многие падеры. Типа, например. Не-не-не, падеров где-то процентов 10, наверное, игроков. Есть же такие жесткие пацаны, которые с телефонов просто тебе выйти не дают, например. На ММ такие тоже встречаются. Я вообще не понимаю. Я эмуляторщик, они мне не дают ничего сделать. Даже бывает такое. Ну как они это делают, я не понимаю. Интересно, пацаны, вот напишите в комментариях, если вот вы играете с телефонов, если хорошо играете с телефонов, насколько быстро вы научились на них играть. Типа, ну, сколько вы играете в Standoff 2, чтобы достигнуть какого-то уровня классной игры с телефона, потому что я, ну, чувствую себя сейчас нубом. Я чисто наобум бегаю, блин, и что-то пытаюсь сделать. Слушай, а давай попробуем на М40 зарубиться, слышь? На М40? Да, давай. Не, брат, я на М40 вообще не умею играть. Я тоже не умею, братик, отвечаю. Я еле-еле с калаша сейчас. Ладно, окей, давай сейчас вот раунд на авиках, брат. Раунд на авиках, давай. Ну сейчас, давай, ты меня убьешь, и давай, типа, раунд на авиках. Так, окей. Фига ты там просто... 9, блин, сравнялся, брат, сравнялся, капец. Грустно, нужно срочно вырываться вперед, пацан. Эй, тихо, ты что там вытворяешь, Алёша? Не, без раунда. Короче, в жопу эти авики, братан, играем обычные. Нафиг надо, так. Слушай, а мне интересно, Ерлан, а у тебя вот на телефоне на кнопку стоит выстрел или на зону? На зону и на кнопку. А у меня на зону только. Чего? Ты чё вешаешь? Ты чё гонишь, Ерлан? На, держал. Ну, слушай, силы вообще... разыгрался, брат. Силы вообще равны, по-моему, мне так кажется.
Ай! Да я не знаю, знаешь, я вообще вот просто наобум стреляю, куда-то понять не могу, куда сам стреляю, честно говоря. А я пули просто взял, вокруг твоей головы провел, знаешь, вот специально как будто не хотел убивать. О, я понял, брат. Спасибо тебе за милосердие и добродушие. Ерлан, да ты чё, больной? Да шо, на кого изи еле перестрелял, прыгал там. Мы с телефона как лохи голимы играем. О, вот так вот. Слушай, в теории реально мы с тобой давным-давно должны были эту дуэль записать. Может быть еще, если пацаны соберут 25 косарей лайков, мы сыграем уже на эмуляторах. На реально, типа, равных силах, где мы с тобой оба умеем играть. Ну слушай, ну скажи, приятно, да, с телефона играть в стендов? Как-то совсем все по-другому, совершенно. Да, брат, да. Как я ты... взять тебя. Я взять тебя. Да? Ты серьезно? Я думал, ты байтишь, братик! А, да, я какой байтю? Я тут даже не могу нормально передвигаться. Капец! Меня трясет. Ну слушай, это какие-то новые эмоции, потому что здесь ты радуешься каждому фрагу. С компа ты не радуешься, так реально. Я реально радуюсь, когда я с телефона могу там разогнаться, там, допустим, в гонке вооружений кого-то размотать. Это так Брат, 3 минуты осталось, 4, а у нас 15-16. Так, нужно, короче, чуть-чуть отойти от тебя. О, забрал. Кого? Я вообще не понимаю, как она здесь залетает, шальная вот эта пулька. Ты тоже ее не особо вдупляешь, ты вроде стреляешь куда-то в пустоту, а залетает в голову. Так, отлично. Куда? Отлично. Пацаны, надо выходить вперед чуть-чуть, хотя бы на 2-3 фрага всегда, чтобы быть впереди. Есть 3 фрага. Капец, раш мыши. Отлетай, брат! Серия убийств просто с телефоном! Нифига себе! Не, ну эмоции офигенные, скажи. Да. Скажи, ты бы, ну вот реально, оцени по 10-бальной шкале, насколько сильно ты бы хотел научиться играть вот на телефоне как про. Ну честно, ну типа, если бы вот мои бы друзья вот играли бы тоже с телефона стендов, типа, я бы играл, ну, а так, то есть, ради, кто только если ради роликов, типа... Ради опыта. На канале Ерокс выходят не просто ролики, а Е-ролики, да, братик? Ради Е-роликов. Да. А, подожди, а что такое? А что такое? Я не знаю почему, но у меня как будто отдача стала сильнее. У меня после второй пули улетают в небеса. Брат, я все ближе к ножу, ты понимаешь? Да у тебя как будто ножей никогда не было, брат, чё ты так радуешься? Да в смысле, керамбит, он потом в цене поднимется и будет топчик. Ты шо, я хочу ножи. Я, это будет нож в коллекцию, у меня коллекция ножей сейчас есть небольшая такая. Отлетаем. Почему? Я не могу попасть? Так я тебе хп в прошлом раунде все снес, ты шо? Яра, ты в порядке? Ты в порядке? Я вообще просто... Сколько у тебя хп, скажи, вот сколько у тебя хпшки? 75. А у тебя? У меня 76. Ты где? Я, неважно. Да ладно, да у меня было 18, но ты не обманул, а я обманул. Ай! Да как тут обманывают-то? Да блин, Ера! Тихо, я на 2 фрага в плюсе, давай. Да! На 1, нет, 1.5 минуты осталось. Все, спокойно, Раш собрался. Ерлана выцепил, однокоцал. Забрал. Как не забрал? Нет, пистолет! Да блин! У меня шорка случайно развернулась, тупой телефон. Места очень мало, чтобы попадать. Сколько так. У тебя хп? 68. 60, у меня 32 хп, да. О! Да, блин. Яра, сейчас вообще опасные моменты. Сейчас вообще просто опасные моменты. О, с калаша нет, в точку. О нет, кажется, я проигрываю. Ты где? Я вот, брат! Да нет! 35 секунд! Срочно, 2 фрага, срочно! Не тарься, только не тарься, играем по-честному. Давай! Давай, брат! Есть, отлично! Стой, сейчас будет ничья, надеюсь. Давай. Стой, тихо! Нет! Не тарься! Что так ло? Я перезаряжаюсь, как бы. Ага, прячешься там. Ера, да как? Выходи. Выхожу. Все, я проиграл, капец. Один фраг, Ерлан! Что сказать, я могу сказать. Денис, большое спасибо вам за нож. Ну что, Ерлан?
Грустно. Есть голда у тебя? Нет. Короче, окей, давай так, смотри. У меня сейчас есть 1000... Давай нож разыграем. Вот такие, окей, давай нож разыграем лучше для подписчиков. Так, окей, да, выбирай керамбит, любой, кроме голда, который мы будем разыгрывать. Так, итак, сейчас скажу. Какой тебе Торио больше нравится? Ну, мне нравится Frozen по одной простой причине, потому что он похож на Gold и типа... О, кстати, да, давай так вот. Победитель сам в выборе. То есть, либо Frozen получается, ну, либо Gold Flame. Потому что мне нравится Gold Flame еще. Ну, не знаю, мне прям тоже нравится Gold Flame. Все, я понял. Короче, пацаны, для участия тогда с вас лайк под этим роликом, подписка на меня, подписка с колокольчиком обязательно, подписка на Ерокса по ссылочке в описании, ребята, ну и комментарий под этим роликом. Все, все, всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, тебе этот ролик понравился. Если это так, братанчик, то лайк с тебя, подписка на канал с колокольчиком прям вообще обязательно. Мы уверенно идем к отметке в 700 тысяч, поэтому я буду рад твоей поддержке. Короче, все, ребята, прям сейчас тыкай на этот ролик. Смотри его до конца, ведь он получился очень классно, очень интересно, мы над ним очень старались, потому смотри, просто почему ты не посмотрел, я еще не понимаю. Все, всем пока! Пока.